С вами маг-чародей Антон Чалей. И сегодня мы сыграем в одну жуткую игру Astro Creep. Она очень похожа на игру Visitors, только в космосе. В космосе все становится намного круче. И мы стартуем в космос. Нас встречает какой-то очень дружелюбный парень. Не внушает немного доверия. Так, значит, мы можем нажать на трупак. Нифига себе. Нифига себе, у нас вытаскивается... О боже, о боже. Какой-то жуткий слизняк. Что мы можем с ним сделать? Так. Немного поджарили его на лампе. Странное чувство, когда ты играешь за плохих слизняков. Может быть, как-то выключим лампу? Наша тактика работает. Заскочили. Парень что-то очень долго читает. Может быть, он не умеет читать? Что мы можем еще сделать? Так. Ага. Мы инопланетянин с телекинезом. Смотрите, мы умеем на расстоянии откручивать болты. Так, все, отлично, поперли. Во имя слизняков. Так, нас спрашивают, типа, вниз, влево, вправо. Давайте влево. Тут можно еще выбирать, прикольно. Свобода выбора. Понятно, там тупик. А зачем тогда делать сюда ход вообще, если там тупик? Так, твою ж мать. Что это за фигня? Не для слизняков эти задания. Совершенно не для слизняков. Давайте крутанем кран. Все, я понял. Или не понял. Как-то очень странно устроены эти трубы, вам не кажется? Давайте подкрутим вот эту вот штуку. Ага. Мастер пропихивания слизняков через трубы. О, парень полегче. Смотрите, как он напрягается просто в одну точку такой. Координирует свои движения, так сказать, не буду говорить чем. Так, что нам нужно сейчас сделать? Давайте прыгнем на этого парня. Жалко слизняка. А, все, уровень. Отлично. Так, мы открыли дверь. Оп, он такой, да ну нафиг. Занято! Не смотрите, как я какаю. Не надо. Так, давайте... Опа! И что сейчас будет? Как вы думаете, что сейчас будет? А будет следующее. Надеюсь, он просто вел плохую жизнь, поэтому мы его убили. Так, давай. Давай, чувак. Скачи. Ну нифига себе, мы прям... Сейчас хрень какая-то. Вот сюда давайте зайдем. Не знаю, что это такое. Так, ага, тут этот парень. Херяк его. Получили какое-то его удостоверение. Теперь мы получили образование медика, я так понимаю, да. Выбрать форму эволюции. Окей. О, нифига себе, какой веселый монстр. Смотрите. Ну давай, поперли, чувак. Он такой жизнерадостный. Она что? Она смотрит на свою походную зарплату и охеревает. Какого хрена я работаю в космосе, у меня такая маленькая зарплата? Нам открывается вход. А к этой тетке мы не можем подобраться, что ли? Эй, тёлка. Не, не можем. Печаль, беда. А так хотелось. Сюда нам нельзя, наверное. Он испугался и поставил какую-то дверь. Ну, не проблема, не проблема. Давай. Затаскиваемся. Выходим. Давай. Идем к нему. Чувак что-то приболел, видимо. Ему как-то стало немного плохо. О, какой мы теперь веселый монстр просто на ногах. По-моему, это какой-то конец игры. Наверное. Или не конец, он просто идет, он учится походке, такой типа Майкл Джексон такой. Шесть часов спустя. О, нифига себе, сколько мы слизняков родили. Чувак, слизнематка просто. Все, мы прошли, прикиньте, так быстро. Хоть игра немного жуткая, но она очень прикольная. Ставлю полноценный байк. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку. Сообщай мне обо всех новостях этого канала. Сделал? Четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас
была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!